Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции. Для одних это величайшее прогрессивное событие в истории человечества, оказавшее огромное влияние на весь мир, для других – национальная катастрофа. В любом случае, революция предназначена для того, чтобы решить глобальные задачи, стоящие именно в тот период времени. Я всю жизнь свою и проработала 20 лет в комсомольских партийных органах, и воспитана комсомолом, пионерской организацией вначале комсомолом, и вот те идеи, тогда был моральный кодекс, например, строителя коммунизма. Возможно, об этом сейчас уже не говорят, но вот мы старались соответствовать этому. Действительно, гуманизм, нравственное воспитание молодежи, патриотическое. Очень часто на молодое поколение грешат, обвиняя в незнании истории и в нежелании ей интересоваться. Но брестские гимназисты доказали обратное. Хоть и далеки нынешние мальчишки и девчонки от кровавого октября, но историю свою знают. Я понимаю, что это очень важный праздник. И мне приятно здесь выступать. Я очень люблю эту школу и этот коллектив. Мне очень приятно здесь находиться. И я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником, который вот-вот наступит. Это очень здорово, что опять воскресает тема патриотизма, тема любви к родине, сопереживания, уважения поколения старшего, поколения младшего. Это возбуждает в детях такие чувства прекрасные, как любить родину, любить близких, родных, детей и вообще весь мир, этот удивительный, уникальный мир. Это такое счастье, что мы здесь есть. И так здорово, когда люди действительно будут искренне это все беречь и любить. И этим занимается гимназия. В общем-то, в этом направлении мы работаем и воспитываем свою молодежь. Счастливо то поколение, которое не знает войны и крови. Однако помнить о том, что происходило, мы обязаны. Ведь это наша история, знать которую – дело чести каждого современного человека.